Далеко? Посмотреть, что оттуда стрелять. Да там поле вот так, бугром. Слушай, я мне не работаю. Добрый день. А? Мне не работаю. Поехали. Не, мы не доезжаем. Обстреливают часто вас? Регулярно, каждый день, как по графику. Не наложатся ограды рядом. А враг как далеко от вас? Километра 3. Какие-то прорывы, это провокации были? Нет, только что обстреливают нас регулярно. Там у меня ГС стоит, от него там в 10-15 метрах миновали. Постоянно нас кроют, вся земля черная, все изрыли, трактора не надо тоже махать, они уже все переделали. Ну, стоим, пускать не собираемся. Сами пойдем наступление. Так вот, жизнь нормальная, налаживается. А вы знаете, с кем вы воюете, с той стороны? Кто там? С какой стороны? С украинской стороны, кто там? Ну, там, говорят, много есть. Там и поляки есть в наемниках, и вот этого шведа взяли. Есть. Там и россияне тоже есть у них, и грузины, кого только нет. Все далеко. Ну, в основном же там наемники у них за деньгами пришли. Это уже Украине платить нечем, сама в долгах как всех. Ну, мы-то воюем за свою землю. Это они к нам пришли. Поэтому мы их гнали и будем гнать. Отступать не собираюсь. Никого не забыли? Нет, там дома. Выстрелы, Женя, давай, шевелись, братан. Женя, стартуй! Быстрее!
Бегом, Женя! Романтика? Да. Давай, брат, валим к нему на... Давай, давай, давай! Ну, понятно, что надо. Оставь твой любимый аппарат. Два вот за тебя отстал, блядь.